Так, я включаю. Здравствуйте, уважаемые коллеги виноградари. Сегодня мы проанализируем уходящий виноградный сезон. Чем он был хороший, какие были проблемы. Потому что год вроде бы был и обычный, но из-за отдельных мелких погодных аномалий оказался довольно-таки неблагоприятным для выращивания винограда. Проблемы эти начались еще с осени прошлого года, когда довольно-таки сильный заморозок. После продолжительного тепла убил листья, а это в сентябре месяце, рановато. Слабо вызревшая лоза в дальнейшем тоже создала много проблем с выращиванием саженцев с этой лозы. Да, и молодые посадки прошлого года из-за этого заморозка практически восстановились за счет почек, замещающих. Основные почки практически на молодых посадках погибли от этого заморозка. Зима вроде бы была довольно благоприятная. В нашей местности и снег был, вот, и мороза такого большого не было. А перезимовал виноград плохо. Особенно молодые посадки, о которых я говорил. Кусты восстановились за счет замещающих почек, спящих почек. Вот. Следующей проблемой было то, что все-таки была довольно холодная и поздняя осень. Виноград вегетировать начал с опозданием. Вот в нашей местности, центральная часть Украины, вот более северная. Вот. Зацвел виноград позже, чем обычно, где-то числа 10-15 июня. И опять проблема. Во время цветения, похолодания, дожди опылили сорта, даже обоеполые, плохо. Много горошения. Вот. Дальше проблемы, конечно, местного характера, но, насколько я знаю, мало какая территория обошлась без града. Вот. Если у нас он был в июле месяце, град, я показывал на видеоролике после этого града, вот, он уничтожил практически половину урожая. Где-то 50% урожая, вот, погибло. Пришлось вручную удалять ягоды. Вот. Но все равно, даже то, что осталось, вот, я хотел бы остановиться здесь на рентабельности винограда. Даже при таком годе неблагоприятном, виноград все равно очень рентабельное растение. Все равно оно вам даст доход, вот, даже в таких условиях. Вот. Не зря еще давно на празднике винограда в Новочеркасске мне запомнились слова ихнего местного писателя, который критикуя сокращение насаждений виноградных, сказал, что это золото у нас под ногами, виноград. Вот. И действительно, у меня есть старая литература, где указана рентабельность по сортам. Вот. Минимальная рентабельность 300%. А есть и до 500-600% рентабельность. Ничего другого вам такого дохода, вот, в хозяйстве не даст, как виноград. Понятно, нужно работать. Вот, зря ничего не бывает. Ну, дальше что я еще хотел рассказать вам. Спасла ситуацию осень. Довольно теплая, продолжительная погода способствовала
вызревании лозы. Потому что после такого сильного града растение практически где-то чуть ли не на месяц приостановило свой рост. И это в первую очередь сказалось на вызревании лозы. У меня обычно на саженцах лоза начинает вызревать уже в августе месяце. А в этом году она начала вызревать где-то числа 10 сентября. Но в настоящее время, вот вы видите мою школку, вот, лоза вызрела довольно-таки удовлетворительно. Где-то полметра и больше, тогда, когда для нормального стандартного саженца достаточно даже 20 сантиметров. Вам нужно где-то 3-4 почки от вызревшей лозы. Так что эту проблему спасла осень. Вот, теплая осень, сухая. Вот, поэтому школка, саженцы вызрели. Конечно, на саженцах товарный вид их немножко портит следы от града. Вот. Потому что тогда была лоза зеленая, молодая, и даже малейшее травматическое повреждение, оно сейчас видно. Страшного здесь ничего нет, потому что эти повреждения обычно выше. А вам нужно буквально начало этого побега, вызревшего этого года. Вот, поэтому вот такая проблема. А саженцы, в принципе, выросли довольно мощные, по 2-3 метра было лозы. Вот. Поэтому и корневая система прекрасная. Говорю я это тем, кто захочет приобрести саженцы. Вот. Почту я в этом году высылаю в крайнем случае, потому что и саженцев немного. Вот, да, и хотелось бы, чтобы человек видел то, что он покупает, потому что присылаешь, вот посмотрел он, и вот думает, что это какая-то болезнь. Да, и после болезни такие бывают последствия, особенно там антракноз, и черная пятнистость, лоза повреждается. Но болезней на саженце у меня не было, а от града вот такие пятнышки остались. Поэтому желающим лучше подъехать. На месте вы посмотрите, приобретете то, что вам нравится. Посмотрите виноградник, потому что начинающим виноградникам лучше его посмотреть в натуре, как он выглядит, виноградник, как шпалера сделана, как расположены ряды. Вот. С этого нужно начинать. Если, конечно, отдаленные районы, вот, то в крайних случаях я могу выслать и новой почтой саженцы. Вот. Много, конечно, из-за заморозка в прошлом году. Вот, много новых сортов. И вроде бы и лоза была вызревшая, черенки прекрасные. Вот, но они даже с кольчевателя была корневая система. После посадки почка не пошла в рост. По всей видимости, она погибла во время этого заморозка. Поэтому много звонят по таким сортам, как Божий дар, вот, хрустальный. Ну нет, в этом году пока саженцев. На следующий год, пожалуйста, я думаю, что такие сорта. А катерю начинать нужно из осмотра виноградника. Нужно его посмотреть. Потому что вот эти северные районы, где выращивают виноград, обычно где-то там под забором в углу посадил. Вот, и все. Нужно посмотреть все-таки. Это большое дело, когда вы увидите виноградник, вам многое станет понятно. Я тоже с этого начинал. Но потом, как начал ездить, вот, смотреть опытных виноградарей. Ничего здесь сложного нет. Конечно, вначале придется потрудиться, но в дальнейшем это не составляет особого труда. Если у вас уже все оно организовано, сделана шпалера, сформированы кусты, вот, не так уже много здесь и работы.
В дополнение хотел бы обратить внимание еще на одну проблему этого года. Год вроде бы и не способствовал развитию грибных болезней, но даже непонятно, с чем это связано. Если у меня, то я грешу на этот град, потому что после града обычно всегда вспышка грибных болезней практически гарантирована. Но я общаюсь со многими виноградарями, которые тоже жалуются, и града в них не было. Вот. Было сильнейшее поражение мильдью. Вот. Даже вот мне вчера привозил человек ягоды, уже в такое время, вроде бы болезней никаких не было. А у него оидиум на ягодах, ну такой красивый, что ну прямо загляденье. Вот. С весны антракноз, довольно-таки сильное поражение было. Вот. Но антракноз как-то со временем кусты переросли и особого вреда и не принес. Вот. А от мильдь уже перед самым созреванием ягод, ягоды-то мильдь не поражает. Вот. Но сильнейшее поражение листьев было. Обрабатывать уже было невозможно, потому что урожай нужно было снимать в кратчайшее время. Срок ожидания не выдерживается. Вот. Но, в принципе, большой проблемы это не создало. Вот лоза вызрела на маточных кустах, можно сказать, даже хорошо, не хуже, чем в прошлом году. Хотелось бы обратить внимание на то, что вот эффективность препаратов для борьбы с этими болезнями в этом году оказалась ну, какой-то низкой. Вот, если другие там покупают в маленьких пакетиках, которые сомнения вызывают в смысле фальсификации, вот, или не доложено туда, или чего-то там подмешали, я обычно покупаю в заводской упаковке, в складчину. Вот, и насчет препаратов сомнения никакого не должно быть, но эффективность была намного ниже. Поэтому у меня сомнение то, что, наверное, резистентность патогена грибного становится все выше и выше. Вот, значит, надо нам, наверное, за этим больше следить. Наверняка появляются новые препараты, более эффективные при появлении резистентных штаммов болезни. Вот. И, конечно же, совет. Покупайте в складчину в больших объемах препараты. Потому что предприятие, особенно если это препарат из Германии, он не может заведомо быть плохим. Не может он быть. Плохим обычно его делают при расфасовке, потому что завод же не выпускает на ведро воды, нет, вот, у него расфасовка более крупная, вот, а дальше пошел конвейер, вот, каждый при расфасовке пытается сэкономить, или не доложат, или чего-то подмешают, и в конечном счете то, что на ведро воды уже практически ничего не дает. Поэтому нам нужно покупать оригинальный препарат. Но все равно я заметил, что в этом году большущая проблема. Те препараты, которые, ну я же их испытал, применял, эффективность была очень высокой. В этом году они намного хуже. Вот. Хотя с трудом справились мы с этой проблемой. Вот, вот это и... Пожалуй, все, на что я хотел обратить ваше внимание в сезон этого года. Вот это и все. Удачи вам в этом нелегком, интересном деле. Если какие есть вопросы, пожалуйста.
Владимир Николаевич. Может, я что-то упустил в этом ролике? Пожалуйста, я поделюсь своим опытом. Да нет, вы все хорошо рассказали. Спасибо, Василий Докимович. Значит, для желающих приобрести саженцы, каталог уже опубликованный на сайте. Пожалуйста, в первом комментарии под этим видео есть ссылка. Жмите на нее, и вы перейдете прямо на сайт и будете смотреть каталог. А так все нормально. Спасибо. До свидания. До встречи в следующих видео.